В Ярославской области введен режим повышенной готовности. В регионе ожидается облачная погода, местами сильный снег с дождем. Метели и ветер с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Степень вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций высокая. Они связаны с обрывом линий электропередачи связи, падением деревьев, обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов. Ярославль и сегодня продолжает бороться со снегопадом. Снег будет идти как минимум в ближайшие сутки, поэтому подрядчикам по уборке снега городские власти расслабляться не дают. Так, в ночь с четверга на пятницу на дороге и улице областного центра для уборки снега вновь было выведено больше сотни единиц техники. Снегопад, обрушившийся на Ярославль, всего за сутки добавил к 40-сантиметровой отметке уже выпавших снежных осадков еще 6. Обычно январская норма 24 сантиметра, то есть уже сейчас она превышена почти вдвое. Ночью коммунальщикам пришлось экстренно очищать магистрали и вывозить снег, в частности, на мостах в Заволжье. С городских дорог и улиц самосвалами вывезли больше 2000 тонн снега на свалки, в основном на Осташинскую. Объем снега, выпавшего сегодня, действительно был большой. И мы даже в какой-то момент сами немножко перепугались, что вдруг не успеем. Ну, все вроде сложилось благополучно, все сработали. Пришлось, правда, усилиться. По нашим расчетам, у нас работало сегодня 115 единиц техники по всему городу Ярославлю. Работу подрядчиков по уборке, несмотря на то, что ведется она в основном ночью, власти держат на постоянном контроле. Специалисты городских служб ЖКХ объезжают районы, где убирают снег. Нельзя сказать, что это делается идеально, замечания всегда есть. Главная задача – качество уборки. В этом году оно явно лучше, чем в прошлые годы. Жалоб от автомобилистов стало в разы меньше, прежде всего из-за того, что ежедневно снег убирает больше сотни машин, причем по технике есть резервы. Если будет более сильный снегопад, на уборку в Ярославле подрядчики могут выставить 150 машин. Кроме этого, при снежном аврале техникой могут помочь городские предприятия. К ним за помощью мэрия пока не обращалась. Нет, нас снегопады ни в коем случае не побеждают, мы справляемся. То, что еще много куч, которые, значит, не вывезены, еще раз повторяю, даже согласно ГОСТа, значит, вывоз снега в течение 5 суток после окончания снегопада, а он даже сейчас, вот вы видите, еще продолжается и будет идти сегодня и завтра. Поэтому эта работа постоянная. Главное – обеспечить движение, парковку автомобилей. Это наша главная задача. И работу общественного транспорта. Чтобы обеспечить это, в выходные дорожные службы сконцентрируют технику на вывозку снега и перекидку его с дорог на газоны. Это также повысит и безопасность движения по транспортным магистралям.